Наталья Подольская не стесняется выкладывать фото из роддома. Выглядит звезда уставшей, но необыкновенно счастливой. 4 дня назад певица родила 2-го сына и через Инстаграм сообщила поклонникам, что ее с малышом уже благополучно выписали домой. Младшего мальчика Наталья и ее супруг Владимир Пресняков назвали Ваней. Продюсер Яна Рудковская опубликовала в соцсетях снимки с младшим сынишкой. Арсению исполняется месяц. И это тоже 2-й сын Яны в браке с фигуристом Евгением Плющенко. Правда, родила его суррогатная мама. Фотосессия получилась очень модной. Расцветка коляски от Dior повторяет принт куртки. Рядом маленькая собачка, а сама Рудковская с укладкой и макияжем. И, по мнению комментаторов, с приличной дозой фотошопа. 45-летняя светская дама выглядит на 18. Орландо Блум поздравил с днем рождения любимую жену Кэти Перри и при этом порадовал фанатов звездной пары. Орландо поделился в интернете редкими снимками их с Кэти романтических путешествий. Актер и певица встречаются уже 4 года. Недавно у них родилась дочка, а запланированная на 2020 свадьба пока так и не состоялась. Торжество решили отложить из-за пандемии. Николь Кидман тоже отметила день рождения супруга особенной публикацией в сети. На снимке голливудская актриса и австралийский певец парят в невесомости. «Любовь в воздухе» – так подписала это фото Николь. Вместе с Китом Урбаном она уже 15 лет. У них подрастает 2 дочерей. Этот брак Кидман считает счастливым, а о первом неудачном замужестве с Томом Крузом предпочла бы забыть.